Всем привет из Ряд. Зима скоро. Зимушка, зима. Потеряли меня? А что мне терять-то? Я здесь живу, наслаждаюсь жизнью потихоньку. Не снимал сюжеты несколько дней. Пишут уже. Пишут, это хорошо. Кстати, насчет подписчиков. Некоторые пишут мне ВКонтакте и сами же ставят ограничения. Я им ответ не могу написать. Даже неудобно получается. Вроде как прочитал, а ответа нет. Имейте это в виду. Почему не снимаю? Потому что есть определенный волнительный момент. И я пока об этом... Не то чтобы пока, я об этом говорить не буду. Но я думаю, что в течение недели все прояснится, что да как. И обязательно будут сюжеты по этому поводу. Поэтому я немножко... Я думал, что раньше этот вопрос решится, но я взял паузу. Думал, возьму паузу, не получается. Так что будем снимать то, что есть. А так, немножко наберитесь терпения, скоро все узнаете. Давайте пройдемся. Пройдемся немножко по скрипучему, ну, пока еще теплому снежку. Кстати, смотрите. Видите, у трубы все равно теплопотери есть. Ну а как без них? И снег вот там тает. У нас, кстати, мы где-то поддерживаем около 20 градусов. Очень комфортно. Вчера вот были в гостях, разговаривали. Говорю, вы что, с ума сошли? 24, 25 на. Я там весь в поту сижу прямо, мне некомфортно. А у нас хорошо, так прохладненько, самое то. Ну классная, классная температура. Спится утром, как огурчик встаешь. Бодрость. И все такое. Ну не доделал я эту планку. Надо съездить, заказать, купить. У меня кончились. И пока вот, говорю, волнительные вот эти всякие моменты, я откладываю. Надо сначала тут вопрос решить. Один. Ну давайте между делом посмотрим. Индюшар. Вот такие у нас друзья, товарищи. Тут, кстати, походу одни индюки. Смотрите. Раз, два. Две самки. Обалдеть. Обалдеть вообще. Надеюсь, камера не запотела. Нифига себе. Ну, для меня это хорошо, потому что в самцах мяса больше. Я, кстати, планирую их скоро убирать, думал, будет держать до Нового года. Нет. Холодно, вода замерзает, я что-то переживаю опять. Что-то такой волнительный какой-то стал. Не знаю, из-за всего переживаю. Буду их убирать. Не может, через неделю, через две. Ну ты что по индюкам? Ну гусей я уже убрал. Что там показывают? Мне что показывают? Вот это вот все осталось пока, не знаю. Не знаю. Стоит. Так, ну что, сначала пойдем в конюшню? К большим поросятам или к маленьким заглянем? Ну давайте к маленьким. Бройлеров показывают. Что там, ничего интересного? Да в общем, все классно на самом деле. Все хорошо. Я тут, у меня есть в голове очень, ну, пару интересных сюжетов. Я, может, сегодня это снимусь. Меня бесит мыши. Мыши и хомяки. Вот у меня ловушка есть. Три раза срабатывала. И он, зараза, вылазит, и все. Я сегодня в интернете насмотрелся. Буду бороться. Метод, ну, разные ловушки там. Черт, морища, смотрите, какая. Дует же мне. Ну, тепло прям. Выходит. Зараза. И мыши, и на клей не попадаются. Не знаю. Сегодня сделаю. Ох, громко. Сегодня сделаю, покажу. Потом как-нибудь покажу, как она работает. Видите? Овес, сволочь. Жрут. Вчера он стрел в кукурузе, тут уже какахи были. Вон опять. Мышиное говно. По-другому сказать нельзя. Выкину. Приманка. Скажете, да? Ну. Говно я машины отдавать не буду никому из своих. Ну что, какашки? Сволочь. Ой, прошу прощения. Запикаем. Ну ничего. Вот. На клей не попадается. Я же хотел эту ловушку показать. Ну какую ловушку? Вот клей, видите, с печенькой. А, печенька. Нафиг она им нужна, когда тут столько пропущенного зерна. Так, ну что, сейчас закрою. Зайдем к мелким гаврикам. Козу, надо, наверное, выпустить, я ее сейчас выпущу, правда. Пусть проветрится сухой, пока я тут занимаюсь. Надо, конечно, их отсюда пересаживать. Маська,
Пойдем. Пойдем погуляем. Мы сегодня... Не знаю, были признаки того, что она... Камера запотела, нет? Были признаки того, что она... Что такое? Это запотела, по-моему. Гуляла снова, но не ярко выражено. Что, камера холодно? Тут холодно, тут тепло. Запотевая. Ну, не знаю. Признаки были, но не ярко выражены. Может, показалось. Да? Все хорошо у тебя? Все вроде. Перестала запотевать. Да, да ты такая лоскуха стала. Да ты такая лоскуха. Да, ну целоваться-то мы не будем. Не, не будем. Не будем. Не будем. Вот такая девочка хорошая у нас. А это кто? Иди погуляй, иди, иди. А это вандыши. Растут. Растут они. Да. О, такие худющие были. О, хряк особенно, смотрите. Я все время путаю, хряк и боровок. Один без хозяйства, другой с хозяйством. По-моему, это хряк без хозяйства у меня. Улыбается кто-то. Но немножко подросли, перестали бояться, да. О, какой толстый. Какой толстый он. Вот. Надо убирать, в общем, свинью. Ну, это чисто ландраса у меня практически. Ай, ай. Все, все, пошли, пошли. А там-то у меня русская белая помесь с чем-то. Сальная, сальная. Я, когда свинину уберу, я думаю, она у меня сейчас как раз гуляет. Ну, сейчас зайдем, посмотрим. Что? Что, иди погуляй. Иди погуляй. Проветрись немножко-то. Не ругайся. Можно и Фунтика выпустить, да? К тебе. Сейчас, наверное, выпустим. Русская белая. Ее надо убирать. Буй, вот свинина. Где-то она сейчас гуляет, я где-то в 20-х числах ее, наверное, буду убирать, я так думаю. О, о. О, видите, у нее там все припухло. Здоровая, не знаю, как я с ней справлюсь один. Она, конечно, меньше, чем матки-то у меня, свиноматки. Ну и кормлю я ее больше. Смотрите, какая бычара. Страшно. Вот, такие дела. Я ее уберу и этих трех вандышей сюда посажу. Ничего страшного, клетка, я считаю, нормальная. Они недолго у меня будут, месяца 4, наверное. А это Лариска. Лариске недавно ставил укол. Процедура прошла гораздо легче, чем Зинкой. Да? Железо мы поставили. Пока не гуляем, скоро загуляем. И это, мамашкой будем. Да? Маманя. Маманя. Цепи висят, пока все хорошо. Писали мне подписчики, что они звенья могут съесть. Ну, я не знаю. Они у меня не такие голодные, чтобы звенья есть. Нагадила крыто. Вот сено, сено. Я, кстати, про сено-то не говорил. Смотрите, сколько сена здесь валяется. Температура. Сколько сейчас? 12 градусов. Я его сделал для того, чтобы здесь формировалась подстилка. Я крайне не люблю, когда грязно. Терпеть не могу. Но пол все равно он холодный получается. Я вот сюда накидал. Я не знаю, как это должно быть. Как это должно быть. То ли это должно быть вот в таком виде. Хотелось бы это почистить. А почищу, что снова сено бросать? Или сюда подкидывать сено? Ну, в общем, я пока для себя не разобрался. Опыта нету. Хочу, чтобы было чисто, но тепло. А чтобы было тепло, надо, чтобы подстилка прела. Я вот у Зинки сегодня смотрел с утра. Она тут нагребла. Ну, у нее такая теплая довольно-таки подстилка. А ты что сегодня? Вот смотрите, у нее что-то сегодня аппетита нет. Я с утра дал, она не съела. Она должна была у меня... Ну-ка. Сегодня 6 число. Она должна... Ну, вернее, могла бы загулять с 4 до 6 вроде, я считал. Не-не-не-не-не. Давай. Нет. Какая вредная-то. А? Ну пошла и все. Деловая. Должна была загулять, не загуляла. Ну я не знаю, я думаю, что до 10 числа я жду. Смотрите, свинья и бык. С ума сойти. Одинаковый размер, мне кажется. Они почти вровень. Смотрите, он лежит и она стоит. О, какие бомбы стали здоровые. Здоровые вообще. Ну я стараюсь их кормить поменьше. Вот
даже не ведро, где-то литра по 4, литра по 4, по 5 даю. Кстати, поставил сюда генератор, чтобы в случае чего... Давай, иди домой. Давай, домой. В случае чего, что он в тепле стоит, я его потом это... Да иди домой, все. Отсюда достал и завел, потому что так он у меня стоит на улице. Стоял раньше. Шланги сюда занес, воду качаю. О, какие вы наглые. Сейчас мы Фунтика выведем, погуляй. Зинку только уберем. Пошли домой. Зина, иди сюда. Зина, Зина, Зина. Вот такое у нее тут царство свиное. Не знаю, что есть не стал. Загуляет, что ли? Блин, обидно будет, если не покроется. Он писи, там нормально. До 10 числа жду. Если не загуляет, значит точно все хорошо. Ну хотя мне говорили с 4 до 6. Молодец. Молодец. Ну у нее. Зины, давай, иди отсюда. У нее волосяной покров. Иди домой. Какая вредная, а? Волосяной покров больше, чем у Лариски. Блин, ну ты мне весь сюжет затягиваешь. Иди домой, говорю. Что делают они, а? Игры у них любовные. О, сейчас он тебе как даст копытом. Давай, давай, давай. Зина. Зина. Иди домой. Давай, 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 давай. Все. Нагулялась, хватит. Ужас. Вроде смотришь на них, они такие чистенькие, а погладишь, так почешешь, все руки грязные. Курочки. Курочки сидят. Все хорошо. Поставил ниппельную поилку, которая была у меня индюков. Укоротил ее немного. Ну, стало по суше. По крайней мере, не проливают. Да, девки? Капустный лист тут даю. Вон яички там. Но все равно грязновато. Конечно, грязновато. Вот такие кулемы. Несутся хорошо, исправно. А теперь мы с вами Фунтика выведем. Стоп. Разрешите, мы пройдем. Карабинчик тут. Фунтик. Ты сейчас это аккуратней тут. Пойдем, пойдем погуляешь. Где у тебя подружка-то? О, сейчас вот так вот сделаем. Смотрите пока на него. Я тут, хоп, застегну. Где твоя подруга-то? Васянька-то где? Фунтик. Все. Можно гулять идти. Снег-то ни разу, наверное, не видел еще. Ого, пришла подруженца. Да, я закрою. Пусть там тепло будет. Кстати, вот насчет посилки еще раз. Кто знает, ну подскажите, правда, вот как вот лучше это делать? Сюда сено накидываю? Или что? Никаких бактерий я пользоваться не буду, сразу говорю. Пока к этому точно не готов. Вот такие у нас тут гулянки. Подружки, подружки. Тихо. Я уж испугался, думаю, сейчас как легнет. Фунтяра. Перевел я его на молочку наконец-то. Сейчас он у меня... То есть я ему запариваю на молоке, на кефире. До этого ни капли. Капля попадет, все, он есть не будет. Сейчас вот более-менее хорошо стал. Все ест, и все равно у него бактерии это 21 день вырабатываются. Стул нормальный, все замечательно. Да, Мася? Маська? Ну вот, пожалуй, наверное, это и все новости. Все замечательно, все прекрасно, все хорошо. Вчера была шикарная погода, сегодня снег, попрохладней. Ну а я буду заниматься изготовлением мышеловок. Что-то потом, если получится, обязательно покажу. А на этом наш сегодняшний праздничный, сегодня праздничный сюжет. Или вчера он был. Подходит к концу. Всех с праздником, хорошего настроения, удачи, пока-пока.